Очень тяжело было во время войны. У меня война началась было 6 лет, кончилась 11. Окончил 7 классов. Ну, война была как? Мы учились в школе. Был один преподаватель, продавал всех до 4 класса, один был. Учил всех. И историю там, и русские. Мать в поле с вилами, а мы дети с граблями. Ну, за что ж вы? Там каша варилась хорошая в поле. В поле каша сварить, молочный. Это запах. Мы один год рожь божий. Что делали? Опыляли. Ну, мы боржить рожь вот так, вот, не видать. Бежать. Ну нам что? С поля приходим к кладовщику. Матери нам пошили маленькие какие-то карманчики. Муки нам давали на лапшу. Вот как это. Питание что было, питание. Вот у нас было два огорода картошки, капустник там громадный, капусты. Соленье было там, три бочки. Вот так и всем питались. Война кончилась. Климов один, Климов, с Михайловки верхом, с флагом на лошади верхом, летит, а мы были второй дом с краю, летит и шумит, конец войны, он такой шумоватый мужик, конец войны, Гитлер, капут! Прощаву по Челянице проскочил, ну и начали приходить, а моего отца нет, я ему уже, он... Без вести пропал, брат без вести пропал. Как кто приходит с войны, мы все сбегаемся, спрашивают, там, женщину мы тебя нашу там не видел, а нам он привозил обычно конфеточки даже. Мы не жили, существовали. Ходили в школу, ну, Михайловке, 5 километров зимой, пешком. Ну, правда, вёшки ставили палочки, чтобы не заблудились. А сейчас в школах питание, и там ничего, путем не учились.